Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем бюджетный свадебный торт. Некоторые зрители считают, что свадебный торт должен быть большой, в несколько ярусов. Вы должны понять, не у всех есть средства устраивать пышные свадьбы. Этот торт я готовила для маленькой свадьбы. Молодожены расписались в ЗАГСе и дома в узком кругу отпраздновали это событие. Такого торта для гостей из 10 человек более чем достаточно. Рифленым шпателем сделаем текстуру сбоку торта. Сам торт медовик, диаметр его 17 см. В прослойке крем заварной масляный, чернослив и грецкий орех. Украшаем белково-заварным кремом. Ссылки на все видеорецепты оставлю в описании под роликом. Друзья, хочу порекомендовать вам интернет-магазин «Любимый Василек». В этом магазине огромный выбор постельного белья, женской, мужской и детской одежды, а также постельные принадлежности, покрывала, шторы, игрушки и многое другое. В этот раз я заказала 3 двухспальных комплекта постельного белья. Это двухспальный комплект ткань поплин. Стоит он 2000 рублей. Это двухспальный еврокомплект. Ткань перкаль, очень мягкая и приятная к телу. Стоит такое постельное 2300 рублей. Ну и последний комплект тоже двухспальный. Ткань вязь. Стоит он 1800 рублей. Белье очень хорошего качества. При стирке не линяет и не садится. Также я приобрела наборы махровых полотенец. Размер 40 на 70 стоит 100 рублей. 50 на 90 сантиметров – 150 рублей. 70 на 140 – 340 рублей. Полотенца не линяют и не оставляют на мокром теле во рту. 100% хлопок. Все вещи очень качественные по доступной цене. Заказываю я не в первый раз и могу смело порекомендовать этот интернет-магазин. Ссылку на интернет-магазин «Любимый Василек», а также на все социальные сети – оставлю в описании под роликом. В соцсетях «Любимого Василька» часто проходят розыгрыши. Подписывайтесь и участвуйте. Сделаем розы насадкой «Большая роза». Выход лепестка 4 сантиметра. Окрасим их сухим красителем-распылителем.
часть крема добавляем зеленый и черный красители. Насадкой листик и мешком с тонким отверстием сделаем чашелистики и листья. Сверху торта мешком с тонким отверстием сделаем окантовку и добавим кондитерскую мягкую посыпку. Внизу торта также мешком с тонким отверстием отсадим бусинки. Торт получился ровно 3 килограмма. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталась примерно 1/5 часть. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!